Я просто так кликнул, и все. Мисплей. Я думаю, свиток силы все равно то, что нам нужно, но мисплей был огромный. Мне стыдно, я ничего не могу сказать. Очень-очень стыдно за свое поведение. О, вон на квест у нас. И мы плывем налево. Ой, Дэс, я забыл про ставки. Делайте пока что ставки, как были. Я кликнул просто на шипы и упал. Ну ладно, ничего, играем новый забег. Мы будем считать этот забег развед забегом. Провели эксперимент, выяснили, нашли имбу. Теперь надо просто сделать еще лучше, еще сильнее забег, который будет вообще супер имбой. О, ты что, не упал? Че он не упал-то? Мисплей? Надо было добить его. Тесак мясника. Боевой острый клинок. Ближний бой наносит 10 урона, вы теряете 2 здоровья. Меткая стрельба. Все карты дальнего боя у вас на руках. На этом ходе стоят на 1 боеприпаса меньше. Прикольно с пистолетами. Снайперский выстрел. Это больше урона по дальним врагам. Тесак хорош. Хотя бы не требует патронов и снимает бафы с врагов. Арена? Там открылась арена. Ну, потестим арену, все будет. Сейчас мы еще забег сделаем, чат. Не волнуйтесь. Все будет. Без паники. Сап есть. Щит есть. Была эскиз на щит сделать, да, и сыграть больше защиты. Play. Выстрел, выстрел, еще щит. Тесак, удар. И просто щит. Победа. Задача стоит та же, что в прошлый раз. Найти какую-нибудь имбу, которую можно копировать, и она будет побеждать все время. Бутылка. Наносит ближний бой, наносит 6 урона, добавляет розочку в стопку отыгравших, удаляется. Понятно. Бумага бьет критом по ослабленным врагам. Раковина дает 5 брони каждый раз, когда вам наносят более 10 единиц урона за одну атаку. Не очень хорошо, но релик. Так, и мы хотели сюда-сюда. А нет, сюда, через 2 вопроса, потом магазин, потом через квест, вот так вот. Да, значит, мы сейчас плывем на удаление карты, на продажу. Раковину можно продавать, я думаю, смело. Она не очень хорошая, а золото пригодится. Окей. И удаление карт. Ну, мы делаем то же самое, по-большому. Я буду выстрелы удалять. Я все равно считаю, что выстрелы прямо надо очень-очень быстро удалять. Может, в начале игры чуть-чуть голду поэкономить, но... В лесу много животных, охотятся, минус 10 здоровья. Вы добыли немного мяса, устроили пир. 5 к максимальному здоровью. Отлично. Очень вкусно. Развилка. Человеческие следы. Идем за человеком. Раненый охотник. Помочь ему. Дал предметы. Дал 2 одним выстрелом. Наносит 9 урона цели и врагу позади цели. Какая фигня. Вообще фигня. Золотая скульптура книга. Карты навыков, которые вы получаете, автоматически улучшаются. Не купить. Деревянная бочка, это то, что мы говорили. Это... Как он называется? Это... Рихалк. Только он в этой игре будет хуже. Фигню можно было пропустить. Я не заметил. Можно еще один тесак купить. Играть через раны. Давайте попробуем. Куплю еще один тесак. И улучшу тесак. Попробуем раны. Я мог бы сразу все тесаки улучшить. Но я оставлю деньги, нам нужно удаление карт будет. Окей, бой. Пул раны билд. Да, это он.
двоих одним выстрелом хотя бы что-то делает. Да. Все равно не очень хорошая штука. Тесаки пошли. Раны стакаются. Йоу, все, ему конец. Тесак даже имеет двойной эффект, что он одновременно и наносит урон, и снимает бафы с противников. Правильно? Так что тесак — это круто. О, акулы. Расплавить щит, навык. Цель теряет всю броню. Ого. Стая акул. Ну, акулы просто сами по себе супер имба. Они очень сильные. Я не знаю, когда я буду пропускать акул. Наверное, никогда. Может, мы их в бан отправим. Вы в полной тишине. Вам не терпится открыть сундук. Открыть. Проклятая книга. Задание. В конце вашего хода перезарядка до максимума. Вы теряете 5 здоровья за каждый боеприпас, заряженный таким образом, нельзя удалить. Все. На земле лежит источник. Что за книга? А, заряжает боеприпасы. При этом забирает 5 здоровья за каждый боеприпас, который заряжает. Прикольно. Проклятая книга. Это плохо. Истощенная голодом женщина. Давайте ее покормим. Благодарила монетами. Потом она даст плюшки. Я помню этот квест. Окей, удалить. Удалить двоих одним выстрелом. Бум. Нужно сейчас колоду очень сильно усиливать. Книга очень плохо выглядит. Вот эта книга супер проблематично смотрится. Продать ее нельзя. Я помогу, так как недавно проходил. Сегодня добрый, но память подводит порой. В пещере или направо, в средую, право, лево, лево. Или же там еще какая-то дорога была. Вроде лево, лево, вправо, вправо. Или право, право, лево, лево. Вроде было так. Сегодня я Сусанин ваш, верьте мне. Удачи с забегом. Спасибо. Огромное тебе спасибо, Арактур, за донат. 32 сердечка. Большое спасибо за поддержку, за полезную информацию. Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. Благодарю. Что в итоге получается? Нам нужно не тратить боеприпасы. Каждый ход мы должны в теории заканчивать с полными боеприпасами, что будет тяжело, но надо попытаться. Переработка боеприпасов. Навык нельзя разыграть. Перезарядка двух боеприпасов, когда вы берете эту карту. Перезарядка двух боеприпасов при сбросе другими картами или реликвиями. О. Боеприпасы. Брать их бесполезно. Но это то же самое, что обычный боеприпас, да? Если фулл боеприпасы, умрешь не от книги, а от недостатка урона. Но это при условии, что... При условии, что ты урон наносишь за боеприпасы. Нам нужен урон не за боеприпасы. Туториал 69, привет.
Слабость нам не подходит. Мы накладываем кровотечение. Зарядка двух боеприпасов, когда вы берете карту. Да ну а что мне брать-то? Слабость, которая будет сбивать кровотечение. Книга заряжает в конце хода, боеприпасы заряжают в начале хода. Почему не будет работать-то? О чем вы говорите? Зарядка боеприпасов, когда вы берете эту карту. Ты взял, пополнил боеприпасы, и на следующий ход у тебя есть боеприпасы. Ну ладно, не очень хорошо. Все остальное тоже нехорошо. Все остальное тоже фигня. Чат, тут ничего нету. Цепной выстрел. Много урона. 20 урона. Припереть к стенке за проклятие. Давай его, может, боссы с проклятиями будут, но... Острая спиральная раковина. Так, ну тут нам ничего не сделать, я даже не улучшить карту не могу. Могу только что-нибудь купить бесполезное. Как плохо. О, капитан Джек Воробей. Здравствуйте. Вы надолго запомните тот день, когда чуть было не поймали капитана Джека Воробья. Так. Если я сыграю стаю акул, книга нанесет 5 урона. Но стая акул полечит 6. Поэтому стая акул выгодна здесь. Порча. Проклятие нельзя разыграть, вы теряете 2 здоровья в конце хода. Отлично. Припереть к стенке. Мы будем выносить его помощника, потому что нам, у нас все равно все милишные атаки. Но мне выгоднее заблочить 6. Броню мне все равно выгодно разыгрывать, даже получая 5 урона. Эта броня блочит 6. Тесак сюда, минус 2, готов. Акулы. Какой трэш. Я буду играть акул. Все в проклятиях. Влажность. Нельзя разыграть. Вы теряете один боеприпас или взяли эту карту. Отлично. То, что нам нужно. Больше урона от книги. Еще больше. Зачем вообще нам что-то нужно? Давайте просто умрем на первом боссе. Он бьет на 16. Щитом я блокирую один из-за книги. Технически. Нет, не один, потому что я могу пополнить боеприпасы. Кула лечит меня на 3. По-моему, я выживаю вот здесь сейчас. А 2 хп. Меня книга убьет здесь. Боеприпасов нет. Боеприпасов не было. Зато пиратский флаг открыли. Книга вообще трэш. Полный. Все. Арену? Что такое арена? Чат, что такое арена? Арена 0. Почему здесь таймер какой-то?
Это спидраны? Бои волнами? Давайте посмотрим. Привет, Варлок. Первый раз зашел на стрим. Смотрю записи в основном, за которые огромное спасибо. Ты так классно вещь стримишь. Спасибо за твои старания. И, кстати, нашел классный рогалик карточный. Ты такое никогда не видел? Прям круть. Там есть карты, а еще есть персонажи. Называется Slazy Spear. Slazy Spear? Спасибо большое. Нема картоха, спасибо тебе огромное. За донат 50. Добро пожаловать на стрим. Очень рад, что тебе... Очень рад, что тебе записи нравится смотреть. Очень-очень круто. Благодарю. Slazy Spear, не знаю. Он, наверное, такой не... Я слышал, что игра не очень. Я слышал, что там скучно. Рандома нету и это, персонажи неинтересны. 4 персонажа всего, поэтому я, наверное, в нее играть не буду. Фигня. Не. Лучше во что-нибудь поинтереснее. Скукотища, что эти карточки вообще какие-то разыгрывать? Не будем. Добыча. О. Кристаллизация ранения. 5x эффектов ранения. И тратит все боеприпасы. И ты просто дерешься. Ты просто... Мы просто деремся на арене и все, по волны проходим. Да? Чувак, призрак. Вот что, один раз можно атаковать, что ли, только? Бесконечные волны, это же так круто. Я не хочу бесконечный режим играть. Чат. Я понял, что такое... Я понял, что такое арена, но мы не будем ее играть. Я хочу обычный забег, нормальный. Где? Где? Выпустите меня, сдаться. Ставки переносятся на обычный забег. Да ёб, просто выпустите меня с этой арены. Выпустите. Воевал. Я нежить, я в танке горел. Как? Как выйти? Они закрыли меня. Они закрыли и не выпускают. Продолжить? Нет, продолжить меня в арену закидывает. Все. А, нет, продолжить. Это не арена. Все, все, бежим, бежим отсюда нафиг. Файн. Страшно. Чат, спидран, туалет. Послушайте музыку пока. Сейчас приду. Что за паника, чат? Что, книги боитесь? Не бойтесь книги, я вас защитю. Не бойтесь книги. Все будет хорошо, чат. Не волнуйтесь. Верьте мне. Так, нам нужно удаление всех карт. Нам нужно сделать колоду, которая не тратит боеприпасы вообще. Где у меня максимум удалений? Вот по этому пути два удаления. Здесь везде два удаления. Что так, что так. Тогда мы плывем в эту сторону.
Так. Значит, не тратим патроны лишние. Что очень будет тяжело вначале, но, блин, кому сейчас легко, да? Боеприпасы есть, есть. Щиты играем, потому... Ну, если противник атакует, щиты играем, потому что щиты... Щиты больше защищают, чем... Щиты больше защищают, чем... Книга наносит урона. Но если противник атакует, конечно. Так, что нам еще стоит сделать? Это эскиз, удар. Добить его. Надо было брать, конечно, хилку. Старинная ваза. Штраф за урон, за урон от атаки теперь 50% вместо 50% на слабости. Очень хорошо. Супер хорошо. Теперь нужно будет найти слабость. И слабость становится в этой игре сильной. Без вазы слабость не очень. Но со слабостью вообще огонь. Так, он атакует, значит мы играем щит. Мы не играем ни выстрел, ни эскиз здесь. О, господи, а теперь мы вытащили все боеприпасы его. Слабость становится силой, все верно. Все верно. По большому счету слабость становится силой. Так. Эскиз на щит. Эскиз, кстати, можно на боеприпасы играть так-то. Ой, я не подумал об этом даже. Так, 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 так. Боеприпасы под апгрейд пойдут вообще супер первыми. Бешено 8. Выгодно мне его убить здесь? За 10 хп. Невыгодно, но, блин, мне надо как-то врагов убивать, да? 24 хп, первый бой. Что здесь можно сказать? Просто жесть. Маска. Все враги получают эффект слабость X1 в начале боя. Отлично, с вазой. Просто шикарно. Модельные боеприпасы. Навык. Перезарядка двух боеприпасов. Потеря всех боеприпасов в начале следующего хода. Серебряная пуля делает крит по нежити. Но нам нельзя брать ничего, что использует пули. Я так понимаю, что книга навсегда отдается. Типа один раз взял ее и... Аривидерчи. Будешь теперь с ней до конца жизни. Окей, минус выстрелы. Я думаю, еще минус выстрел сразу. Идем фулл билд на удаление выстрелов. Они катастрофически плохи. И хилимся, да? А надо как-то жить. Поплыли. В лесу много животных. Я даже не уверен, что я хочу охотиться. Охота — это плюс 5 максимального здоровья. Книга не продается. Я думаю, это фишка. Я думаю, это фишка, и книга специально осталась. Ладно. Человеческие следы, направо зверь. Человеческие — это карта. Направо — это хилка, по-моему. Завалить раненого зверя. Хилка, отлично. Окей, удары. Тащите эскизом. Копируем. Удар. Оп. Играем боеприпасы, не играем защиту. Самое плохое, что нам нужно форсить ближнебойный билд. Что не всегда актуально и не всегда хорошо, и не всегда получается. И в ближнебойном билде... То есть защиту-то без боеприпасов никак не сыграть. Как ты будешь защиту играть, да? Живем. Слабость, вот она.
Навык применяет эффект слабости X2. Берем. Бочка с рыбой, бананы нужны, но... Слабость очень нужна. Слабость будет супер круто. Так, и плывем дальше на удаление карт. Сюда-сюда и вон туда на удаление карт. Реальность просвечивается. Не буду очень светящийся. Я буду блестеть. Вроде должно стать получше. Блестящий стример. Так, значит, слабость. Первому чуваку слабость кидать не будем. 3 урона это немного. Урона у меня есть блок. Кину слабость на второго чувака, вдруг он сильнее бьет. А, они по очереди атакуют или чего? Стоп. Есть 2 боеприпаса. Как раз можно сыграть эскиз на удар. Теперь щит. Боеприпасы, боеприпасы, удары, удары. Пока идет хороший баланс между боеприпасами и... уроном. Да, удар. Можно сыграть один боеприпас. О, они ресаются. О нет, как это будет, блин, долго. Какая жесть. А, нет, мы его убили. Отлично. Как еще эту книгу контрить? Ну, кроме очевидного, найти туз. Сбор бананов, который даст тебе все хп. Не играть за щиту. Сбор бананов был бы идеален. Просто супер. Так. Еще 28 урона нужно. Раз. Да, это 16 будет. Еще защиту на всякий случай, хотя она вроде не особо нужна. И удар, слабость, защита, боеприпасы, ресница, ресница. Сдавайся, скелет. Скелет не сдается. Мы здесь навсегда. Это будет длиться вечно. Я так понимаю, что да. Если мы сейчас за 2 хода не вытащим удары. Удара. 24 урона. Нет, не получилось. Ролим дальше. Хорошая механика. Окей. Две атаки. Переворачиваем его. Теперь за 2 хода нам нужно 28 урона. Я понимаю, что урона в колоде маловато. А, нет. Следующий ход будет 2 удара. Я могу его не добивать сейчас. Вы правильно говорите. Я могу на следующий ход атаковать. Чего добей сейчас? Нам нужно, чтобы у нас в руке было был не один удар. Если я его сейчас добью, я всю остальную руку в пустоту пускаю. Нужно добить его на следующий ход. Если уж на то пошло.
Теперь мы его добиваем, наносим 20 урона. Теперь мне за 2 хода нужно вытащить 3 удара. Что реально. Раз, два. И следующий ход мы точно вытащим удар. Вот так правильно. Метнуть нож. 10 урона достает до любого, удаляется. Не-не, дайте мне что нормальное. Сильный удар, дальний бой, 12 урона. Берем шквал. Шквал у меня свиток на силу. Господи, нормальная карта в колоде. Жестяк. Вы обнаружили следы. Идти по следу. Вы нашли закопанные предметы. Рыть. Вы нашли закопанные предметы. Двоих одним выстрелом. Хуже, чем проклятие для этой колоды. Улучшение карт за... Так, улучшение карт нам нужно. Улучшение карт за... ХП. Я хочу улучшить. Наверное, боеприпасы надо улучшать с этим ивентом. Квал тоже очень хочется. Но он все равно бьет 3 раза, поэтому выгоднее еще одни боеприпасы. Боеприпасы были улучшены, хорошо. Дальше. Там можно было пропустить чат. Это тактика называется. Я потом вам расскажу, как тактику использовать. Хорошо? Может быть, я не видел пропуск, а может, это было спецом сделано. Кто знает, кто знает. Копирование боеприпасов. Йоу. В некоторых ивентах можно пропускать карты. Смотри кнопку пропуск в верхнем правом углу. Спасибо. Благодарю. Наконец-то мы делаем килл. Двоих одним выстрелом просто очень плохая карта. Тут ничего не могу сказать. Это правда. Сбор оружия. Потеря всех боеприпасов, добавление X случайных карт ближнего боя. Спрятаться, иммунитет. Навык дает иммунитет, X3 и 12 брони. Апгрейдженный. Мне бы лучше хилку и иммунитет. Ну это что-то, да? Бухать не будем. Ролить я не хочу, потому что мне сейчас надо удалять карты. Пустить меня в таверну обратно. А вот. Точнее, выбор карт. Берем иммунитет. Пойдет. И она не сжигается, да. Нормально. Боеприпасы есть. Просто хочу ли я играть их здесь? Да. Хочу двоих одним выстрелом, а потом боеприпасы. Это вор. Вор крадет деньги. К сожалению, спрятаться я могу играть по большому счету только с большими боеприпасами. Хотя нет, оно выгодно. Заблокирует 12. Но мы получим 5 урона, но мы больше заблокируем. Спрятаться пришло. Хорошо. Уже лучше. Живем. Банановый дождь, банановый дождь. Хилка для всех, включая для врагов.
на самом деле может неплохо быть. К сожалению, стоит 2 боеприпаса, что может быть проблемой. Резервные припасы дают боеприпасы, когда ты сбрасываешь чем-нибудь их. Но у нас нету. Окей, ролик. Детонация. 12 урона. Дальний бой. Наносит 12 урона критического попадания, если вы в ярости. Фигня. Самодельные боеприпасы. Теряет боеприпасы на следующий ход. Самодельная броня дает эффект ярости X2 и 8 брони. Очень плохо. Двойник. Она одноразовая, расходная. Идем за удалением. Мы удаляем мой мисплей. Называется двойник, двоих одним выстрелом. Мой мисплей называется так. Маска. Что дает маска? Слабость в начале боя. Базой хорошо. Меня надо хернуться, чтобы не умереть в бою. Что тут Джек Воробей? Опять. А он накидывает миллиард всего. Окей, мы играем двойника здесь. Слабость сюда. Эскиз на удар. Удары, удары, боеприпасы. Все проклятия. Он просто сейчас опять закидает проклятиями и все. Мисплей. Выгодно 4 урона получить надо. Хотя надо было сыграть защиту. Слабость. Спасай меня. Эта фигня сейчас резнется на следующий ход, да? Вот эта штука выгоднее, чем урон. Минус 15 хп за ход. Жестяк. А, механика боеприпасов меня убивает. Мы вытаскиваем полные руки боеприпасов все в один ход. Проклятие сжигать нечем. Не знаю. О, господи, мы убьем его. У нас есть много блока. Блок про запас сыгран был. У него 140 хп. Он просто убьет проклятиями. Вот эта порча нас убьет. И мы ничего не сделаем. Слышите, книга очень плохая. Окей, новый план. Пока мы не можем пройти нового героя, посмотрели, но мы сейчас возьмем мечника. Пойдем сюда. Я так понимаю, что он тоже будет с книгой. Да, мечник тоже с книгой. План по прохождению готов. Берем мечника. У мечника 2 максимальный боезапас. Все. У него ближнебойные навыки сами по себе есть.
Так что у него уже комплект. У него на один выстрел меньше. У него есть битстолк, пинок, ну, короче, ближнебойные штуки. Бешенство можно забить на него. Угу. План готов. Леди, джентльмены, дамы и господа, мы сейчас выкинем эту книгу к чертям. Мы ее сожжем в адском пламени. Пошла нафиг. Книга. Мечник она? Ну, не важно. Вопрос теперь только ловкость, что ли, никогда не играть за мечника? Получается, что ловкость никогда не сыграть. Да? Если только у меня нет боеприпасов в запасе. Да, мечница. Все правильно, чат. Мечница. Вы правы. Выстрелы никакие. О, серьезно? Все карты на выстрел, а? Рулем. Костяной кинжал. Плюс один к урону в ближнем бою. Есть, есть и еще раз есть. Мы идем за победой. Плюс один к урону в ближнем бою. Поехали. Нужно выносить танка. Так называемого. Сбить с толку сюда. Блин, мисплей пинка. Вот здесь можно сыграть ловкость. Уклоняйся, мечница. Уклоняйся. И у нас есть сбить с толку бешенства. Смотрите. Играем бешенство, как ни странно. Боезапас пополняем. Теперь сбить с толку. И удар. Бум, убили все, книга не сработала. Хлеб, 8 максимального здоровья. Берем хлебушка. Хлебушек хорошо. Дальше мы идем. Удаление карт. Да, да, мы идем удаление карт. Мы удаляем. Выстрел. Выстрел удаляем. Минус выстрел, но монеты я буду экономить. Я не буду их направо и налево покупать. Хлеб пока продавать не буду. Поехали дальше. Окей. Рубим этого чувака. Теперь мы его пинаем, на следующий ход мы его добьем этой массовой атакой. Бешенство нанесет нам 10 урона. Но я отхилю больше, чем 10 атакой. Сбить с толку, да. А еще лучше сначала пинок, а потом сбить с толку, да? Так мы больше отхилим. Бананы. Стрела в колено. Но это дальний бой, не подходит. Спокойствие дает иммунитет. Но иммунитет сбивает. Иммунитет сбивает ворот. Бардлок, скажи для ютуба, что делает книга. Мало ли выиграешь. Но все эти забеги будут на ютубе в любом случае, поэтому должны быть в курсе люди на ютубе. Пинок отхилил? Ну да, мы похилили больше. Так бы мы похилили 7, если бы сыграли ту атаку, которая двоих бьет. Потому что у чувака сзади был 1 хп, а пинком мы 9 похилили. Берем бананчики. Берем бананчики. Выгнали что угодно брать, что дает, что тратит патроны. Наверное, не особо. Да? Вы думаете, выгодно? Я думаю, нет. Думаю, надо искать релики. Но это хуже намного. Да.
О, точный бросок. Вот, это уже лучше. Точный бросок намного лучше банана. Пицца нежить, опасная игра. Навык, вероятность дать броню или потерять всю броню. Окей, нужны улучшения на боеприпасы, срочно. Боеприпас был лучше, поехали дальше. Вы нашли жуткую пещеру, полную монет и человеческих костей. Взять монеты, 50 монет. Вас манит нечто в глубине пещеры. Продолжить исследование. Вы нашли еще монеты, еще 50 монет. Вас манит нечто в глубине пещеры. Тоже внутри пещеры. Мы нашли еще монет. Йоу, что же может пойти не так? Смотрите, сколько, сколько монет. Все монеты. 230 монет. Может, хватит идти? Чат, дальше идем или нет? Подозрительно. Но монеты сыпятся и сыпятся. 330 монет. У нас есть все монеты. О, господи, сколько монет. Окей, выходим. 400 монет. Надо было еще идти дальше. В следующий раз будем идти до конца. Ящик в песке. Рыть. Вы нашли жареное мясо. Восстанавливает здоровье за каждый боеприпас, израсходованный при использовании карт дальнего боя. Фигня. Но. Пьем пойдет. Окей, 400 монет, это реально все монеты. Сейчас мы будем эту колоду приводить в порядок. Так, карты дальнего боя у нас вообще есть? Нету и не будет, да? Это же навыки все, да? И мясо можно смело продать. Теперь удаляем. Что удалять? Уклонение не стоит, наверное. Наверное, стоит удалить базовые атаки, да? Улучшатность билд. Так, базовое удаление. Базовую фигню удаляем. Ловкость одну. В принципе, одну ловкость, наверное, можно минусануть. Одной должно хватить. А когда она будет апгрейдженная, мы сейчас пойдем ее апгрейдить. Да. Она будет очень хороша. Удаляй патроны, у тебя за них минус здоровья. Не из-за патронов. Из-за нехватки максимальных патронов у нас минус здоровья. А не... А не так. Как мы хотим это сделать? Разрубить. Точный бросок. Пинок дает килл. Теперь ловкость, патроны. Патроны не отнимают здоровья. Нехватка патронов отнимает здоровье. Тройной выстрел, нет. Серебряный кинжал. 6 урона, вы берете карту, если карту из цели является нежитью. Берем. Сейчас задача стоит убить босса. Подожди, это другой босс? Мне что, за тем боссом еще должно будет далеко плыть? Исследователи хотят нанять вас для своей брони. Подтвердить. Нашли пиратов. Принять бой. Затащим. Три противника — это опасно, но я думаю, мы затащим. Сразу бешенство, боеприпасы. Сбить с толку хорошо хильнет. Точный бросок сюда. Да, не сильно бьют гады. Да? У нас есть урон. Сначала пинок, подвинуть чувака вперед и теперь его бить. Ловкость. Уклоняйся, пожалуйста. Вроде уклоняется, типа. Серебряный кинжал можно сюда сделать теперь.
сбить с толку. Клик. Точный бросок. Клик. Ловкость. Клик. Боеприпасы. Клик. Уклоняйся. Уклонение не работает. Но. Так, так, так. Добьем. Ну же, атаки, 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 добьем. Изи. В качестве награды исследователи дали вам старый ключ. Старинный ключ. Он нужен для квеста, но его, если что, можно продать. В лесу много животных. Охотится минус максим... Это плюс максимальное хп. И рынок. Сейчас будут все апгрейды, либо покупки чего-нибудь крутого. Справочник улучшает две карты навыков, его можно потом продать. Денежный мешок за потерю здоровья в бою дает монеты. Это все деньги в теории в будущем, ну не знаю. Разметать. Массовая атака. Удаляющаяся ближнебойная. К сожалению, удаляется. Боеприпасы — это навыки, да. Наверное, стоит справочник купить. Бешенство и ловкость проапгрейдилась. Ну, неважно. Боеприпасы я улучшу рукопашную. Вручную, в смысле. И мы улучшим слепоту. Все, проапгрейдились. Из этих карт мне ничего не нужно вроде бы. Все. Погнали. Капитан. Справочник не за 82 апгрейда, потому что мы его скинем после босса, но все равно нормально. Окей, серебряный кинжал дает добор. Это первое. Второе. Мы не хотим играть сейчас пока пинок. Мы хотим добить. Мы не хотим отпинывать этого чувака назад. Че, его тогда не добивать, что ли? А, он убился просто. Слушайте, я думал, что он этот. Я думал, что он плохой. Предательство. А, это я больше урона получаю. Но это не важно. Серебряный кинжал. И бешенство теперь не требует. Бешенство не требует. Оно не сжигается. Точнее, его можно разыгрывать без остановки. Мы играем много слепоты. Слепота тут затащить должна. Делаем бешенство, боеприпасы, серебряный кинжал, бешенство хилит, сбить с толку. Ловкость за 5 хп, наверное, выгодно. Больше бешенства, богу бешенства. Хилимся пинком, он больше всего урона наносит. Так, так, так. О, какая красота. О, мы и бешенство, и ловкость можем сыграть. Так, так, так. И разрубить. Какая хорошая, красивая, маленькая колода получилась. Просто волшебно. Кстати, серебряный кинжал против нежити делает бесконечную колоду. Да? Он стоит 0 маны, он дает добор. Вроде как, да. Надо на это что-то этого подумать. Я думаю, на этом острове, наверное. Промах? А, у меня тоже слепота. Применил против меня мое же оружие. Я думаю, скорее всего, большая часть боссов здесь будут такие. Зуб. В начале боя применяет эффект метка X1 к случайному врагу. Ууу, прикольно. Берем вместо книжки. Квест-то пройден? Я же убил капитана нежить. Это же был капитан нежить. Или надо третьего босса этой чертовщины убить? Это был капитан? Он был нежить? Нежить. Че у меня все еще эта книжка? Третьего? О, господи. Там он перчатка какая-то. Нет, перчатка нужна? Это элитка.
тащим. Или ну его в баню. Перчатка плюс урон. Я не помню, что она делает, но она выглядит как что-то для ближнего боя. Так, мы хотим сразу чувака отопнуть назад. Мисплей, надо было сначала сбить с толку. Да, мисплей. Сбить с толку, ударил не туда. Мисплей на мисплеях мисплеями погоняют. Теперь у него броня. Ну, это черепаха скелет, да, это она. Между прочим, под защитой. Под защитой юная СК черепахи скелеты, поэтому. Это вам не это. Короче, император Капитан, я вам помогу и в благородство играть не буду. Вы играете для меня этот забег, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро вы откроете еще больше новых персонажей. Пиратство вам, ром, цитрусовые красивые там для бравых матросов. Спасибо большое, матрос. Сидорович. Благодарю вас. За сотрудничество. Задание будет выполнено. Если найду кожу морских огурцов, Сидорович, купишь? Почем нынче кожа морских огурцов-то? Или зубы морских звезд? Какую стоимость покупают сейчас на... Кровавый расплат. Навык. Вы теряете один здоровье, вы берете карту, эта карта возвращается вам на руки, потеряете плюс один единицу здоровья от этой карты на этом ходе. Что? Я возьму... Я не буду тратить голду на роллы. Я возьму двойника, пока ничего плохого нету. Двойника использую и все. Бесконечный добор имба с вампириком. Это добор за ХП? Вот оно чего. Принято. Спасибо, чат. Нужно вот этого чувака убивать. А, метка же в первый ход, да. Надо следить за метками. Метки, огонь. Здоровье равно добор. То есть ты... В общем, если ты можешь каким-то образом своими картами хилиться, ты ее играешь бесконечно, да? Ну круто, ничего не могу сказать. Очень-очень круто. Звучит как отличная вечеринка. Бешенство у нас работает очень хорошо. Мы сейчас, правда, за счет бешенства отхиливаемся и проблем не ощущаем. Бешенство тащит. Хотя зачем я его здесь сыграл, непонятно. Урона пока нету. Тут я ничего не скажу. Я думаю, это очевидно, заметно, явно, что урона чертовски не хватает. Это не тот урон, который нам нужен. Наш урон находится в другом замке. Что это такое? Где урон, Джонни? Ну еще противник такой нехороший. Но все равно. Ловкость. Но мы живем. Мы живем. У нас полная ХП. И мы отлично себя чувствуем. И мы нашли
Золотое сердце. Плюс 20% монет после боя. Слепые кости — это слепота ко всей нежити. Что зуб, зуб дает метку? Золотое сердце по 40 монет. Зуб 80 монет. Я бы, наверное, взял золотое сердце вместо хлеба. Максимальное здоровье для нас хорошо, потому что от нашего максимального здоровья зависит лимит, на котором у нас начинает работать вампирик пассивный. Основато, наверное, для монет, да? Но я... Берем. К черту хлеб. Или к черту зуб. Нет, зуб дороже. Зуб. К черту хлеб. Поплыли за перчаткой. Нам все равно перчатку брать, да, вы правы. Окей, помним, здесь две волны. Две волны. Очень важно. Мы хотим убить тех скелетов, которые сейчас рессаются. Хотя нет, мы хотим этого скелета бить. Потому что он на под меткой. Ваншот, ванкил. Мы можем здесь все сыграть. Ловкость улучшенная переносится на следующий ход. И вся фигня. Бешенство. Но мы их точно не собьем. Да, но мы не сбиваем. Чуть-чуть урона не хватило. Ну ладно. Это не сильные скелеты, ну не очень сильные. У нас есть бить толку, вся фигня. Сейчас затащим. Окей, сначала сбить толку. Сюда. Теперь мы играем. Пинок. Теперь у чувака сзади меньше хп. Теперь мы на него играем вот эту штуку. Бешенство, боеприпасы. Теперь на следующий ход мы его убьем этим, через бить с толку. Да. Так, так. А этому чуваку серебряный кинжал разрубить. Выходят новые. Кидаем точный бросок со слепотой тому, кто сзади стоит. И еще ловкость пошла. Впереди танк, его нужно оттолкнуть срочно назад. Он впереди сейчас будет сильно мешать. Первое, что мы делаем пинок ему. Я бы, честно, его еще отопнул бы, но я не знаю, как нам это провернуть. Так, так, слепоту сюда. Слепота работает, как часы. Самый надежный рандом. О, теперь мы можем его пнуть. Смотрите. Будет маневр. Пнуть, сбить с толку и бросок. Изи килл вора. Он украл, он вернул наконец-то бешенство. Ловкость стоит того, чтобы ее сейчас сыграть. С 5 хп. Но он наносит 10. В теории, если увернемся, да. Так, сбить с толку сейчас не попадает, но... Чалдобор. Да нету, ну. Уже играем то, что есть. Что тут делаешь? Бешенство вернулось, все хорошо. Бешенство дома. Ребят, не боитесь. И теперь пинок, и теперь сбить солку. Вот, и точным броском килл. Фу, краста. Все замечательно. Бешенство, отхил пинком. Он бьет на 12, так-то опасный скелет, но мы его сделаем. Победа! И здесь будут боксерские перчатки. Плюс один к урону в ближнем бою до конца хода для каждой использованной карты ближнего боя. Офигенно. Так. Знаешь, что я, наверное, метку в начале боя уберу? Это на один ход всего лишь. Золотое сердце я оставлю. Да, золотое сердце я оставлю. Голда. Голда лучше, я думаю.
И мы плывем сюда, 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 сюда. Отлично. Было весело. Окей, удаление карт. Минус разрубить. Ремонт корабля нужен, да? Да. Остается 100 монет. Не буду тратить. Я считаю, что нужно сэкономить. Надо продавать ключ. Почему? На него же... Он же для какого-то ивента нужен. Вот у нас здесь много вопросов. Еще два вопроса будет на этом этаже. Все нормально. Бешенство есть. Бешенство сбить с толку. Идеально. Серебряный кинжал. Это добор. Точный бросок. Я не знаю, кто из них атакует. Наверное, этот. Варлок, почему не хочешь, не можешь открыть ячейку под релик? Репутации не хватает. Не знаю. Там можно ячейку под релик открыть. Пробег кость не дает хилиться. Так, сбить с толку отхиливает. Кинжал добор, пинок урон. Ста. Слушайте, боксерская перчатка, конечно, огонь. Просто огонь. Чтобы мне хотелось бы, правда, этот кинуть точный бросок на этого. На этого чувака. Лучше добить, наверное. Мы еще бешенством сейчас отхилимся. Надо было его в конце играть, чтобы больше отхилить. Дёрлайт, привет! А мы тут нашли в этой игре тяжелые квесты. Относительно тяжелые. Ну, с первого раза мы их точно не попроходили. Вот что могу сказать. Какие? А вот книжка. Если у тебя патронов не максимум, забирать 5 единиц за каждый недостающий боезапас. Пинь. Ее надо, с ней надо игру пройти. Арактур, спасибо тебе за донат. Огурцов не надо, лучше денег на ремонт храма. А то мои с бунтовщиками решили торопить колокол без моего внимания. Попробуйте открыть новых героев. Там есть девчонка с медведем, наш человек. Так я с удовольствием открою всех новых героев. С удовольствием всех открою. Но они открываются от репутации. То есть чем больше мы выигрываем, тем больше новых героев открываем. Нужны карты ближнего боя. Я не думаю, что ролить за деньги, когда ты можешь взять какой-нибудь релик, который не вредит колоде, это плохо. Деньги нам нужны будут. Я сейчас бы скинул это золотое сердце. Надо было его продавать, да? Надо в следующий раз будем всегда продавать. Ищем ближний бой. Но мы точно так же можем наролить кучу... Мы можем заплатить деньги и получить кучу плохих карт. Так что, не знаю. Вместо книги нельзя релик взять. Наверное. Я так подозреваю, что нельзя. Хотим взять так. Теперь так. Так. Мы хотим не дать этому чуваку пробудиться. Да лучше всего сделать вот таким образом. Клик, клик. И бешенство для следующего хода. И книга занимает, блин, чертов слот, да, все абсолютно верно.
кроме всего прочего. Тут из чата подгон, если у тебя все релики, то можно, ну, в меню замены реликов и скипать можно. А, спасибо. Спасибо, чат. Давайте просто закончим этот бой, ага. Какой долгий противник. Я ничего не буду на него играть, пока у него защита не спит. Ура. Сила, ярость. Применяет эффект ярость X3. Требует выстрел. Удар в спину. Наносит 6 урона, если при этом убит враг, восстанавливает 6 здоровья. А вот под удаление. Хуже, чем базовые удары. Он ближний бой, да. Все равно потом удалять. Поэтому я там не пытался ролить на базовые удары, потому что... потому что нам нужна возможность карты удалять. Для этого нужна голда. Ролл карты — это половина удаления. Но удаление, оно гарантированное. 100%. Поэтому удар в спину похилит. Я передумал. Не бесполезный. Отлично. Азартная игра. Сброс карт у вас на руке. Выберите столько же карт, удаляется. Метка смерти. Наносит 5 урона, применяет эффект метка 1, если цель является нежитью. Бочка рома. Ухать. Вот тут я рольну. Жадность. Да, еще раз да. Двойник. Нет, еще раз нет. Пьяный мастер. Перезаряжает один боеприпас, дает эффект опьянения X2. Жадность — автопик. Она боеприпас перезаряжает. Вперед. В пещере спят пираты. Их сокровища лежат рядом с ними. Приблизиться. Они все еще спят. Приблизиться. Они проснулись и увидели вас. Вступить в бой. Логично. Вставай, пират. Хватит дрыхнуть. Подъем. Цели пирата разбудили. Что это такое? Спал себе. Никого не трогал. Разбудили гады. О, больше ловкости, богу ловкости. Мы первые играем. Может, мне сбить с толку надо? Надо сначала сыграть. Бить солку. Теперь пинок. Теперь серебряный кинжал, чтобы килл сделать. А, то же самое. Здесь бить солку — это весь отхил. Да, выстрел. Что ты внезапно не напал, варлок? Я хотел познакомиться. Понятно, что это. Я думал, мы с ними можем пиратскими кентами стать, что-нибудь такое. А, нет. Не получилось. Я хотел дружить, я не хотел драться, но они...
Они, видите, оказались не очень дружелюбные, к сожалению. Пираты убежали забрать их сокровища. Бьющееся сердце, 12 к максимальному здоровью. Ну, берем вместо мяса, потому что мясо трэш. 83 максимального хп. На земле лежит истощенная голодом женщина. Дать ей еды, взять у нее деньги. Это называется капитализм. Тебя нельзя сдвинуть, да? Ладно, не очень-то и хотелось. Вперед, жадность. О, какая имбища, когда вот... Там добор, жадность просто жесть. И нам нужно еще и добор бы. Были бы вообще в шоколаде. Что-нибудь такое, что собирает много карты, чтобы пинки эти бесконечно разыгрывать, разыгрывать, еще разыгрывать, еще разыгрывать. Больше и больше урона с каждой атакой. Бумага. О, криты по ослабленным, но мы не играем. Бочка с боеприпасами, это еще боеприпас. Но честно, не актуально. Нам нужны боеприпасы. Мы играем две карты с боеприпасами. Так, говорите, если взять денежный мешок. Ой, его можно скипнуть теперь. Очень хорошо. Спасибо большое, чат. То есть, если релик, можно скипать. Интересная так механика, ну. Ладно. Нам нужно что-нибудь продать здесь будет. Не знаю, старинный ключ есть смысл продавать или нет. Я хочу удалять самая слабая у нас карта. Это, по-моему, удар в спину. И... надо продать что-нибудь. Ключ не хочется продавать. Максимальное хп, что ли, отдавать? Перед боссом надо удалить что-нибудь. Ну ладно, даем максимальное хп. Черт с ним. Наконец-то мы добрались до апгрейдов. О, улучшает две случайные атаки. Берем. У нас нет плохих атак. Ближний весомый удар, ближний бой наносит 3 урона плюс 3 урона за каждую реликвию. Раз, два, три, четыре. Пять. Прикольно. Хорошая атака, большая. Отдать макс хп на мечнице самая худшая идея? По-моему, урон нам нужнее. Варлок ивент ключа ты видишь на карте? Так может он появится в следующем этом. Перчатка, иммунитет к эффекту слабость. Нет, давай мне кузнечный молот. Пинок бить с толку про апгрейд. Или еще апгрейд на... Кстати, на жадность апгрейд. И... Я не уверен, что мне этот весомый удар нужен, честно. Он, конечно, сильно бьет, но... Жадность я не хочу покупать. Она вроде бы не очень редкая, она часто попадается. Оставлю я нам деньги. Пригодятся. Могильщик. Урона нет, есть урон. Не сомневайтесь, чат. Урон есть. Вы его не видите, а он есть. Ой, дед. С лопатой, все как положено. Молодец, дед. Так держать. Сейчас, наверное, будет призывать нежесть. Будет призывать нежить, я подозреваю. А может жадность это оставить? Играем. Надо дамажить. О, нежесть пришла. Против нежести у меня есть серебряный кинжал. Потом пинок. Потом сбить с толку. И минус вся нежесть.
Это сюда, это сюда, это сюда. У ворот есть. Слепота на него. Дальше я играю бешенство, потому что точный бросок сюда, чтобы слепота была на всех врагах. Ловкость у меня все еще в наличии, новая не нужна. Все в порядке. Следующим ходом пинок как раз делает здесь килл. Отлично. И надо было серебряный кинжал, чтобы набор взять, сыграть туда, но неважно. Мисплей, мисплей это норм. Снова призывает. Призывает, призывает, призывает и призывает, но пофигу. Серебряный кинжал все еще есть. Так, серебряный кинжал сюда. Теперь бешенство, боеприпасы. Сбить с толку. Клик-клик. И точный бросок на чувака, который больше урона наносит. 12 в лицо прилетело. Неприятно, неприятно. Он закидывает меня рыбьими костями. Интересно, бешенство будет хилить? Наверное, нет. Наверное, бешенство не хилит из-за этого. Что, мне ловкость тогда играть? Нет, сыграть бешенство. Бешенство, на следующий ход его оставить. Во. Бить с толку весь хил. Кинжал для добора. И пинок, точный бросок, слепоту. Бешенство не работает. Работает на следующий ход. Так, еще двое мужиков. Бешенство активировано. Мы хотим сделать так, разменять их местами. Теперь серебряный кинжал, посмотреть добор. Там ловкость. Хотим сыграть еще одно бешенство, боеприпасы, а теперь сбить с толку. О, да. А, я думаю, когда так много урона летит, можно за 5 хп сыграть ловкость. В принципе, я могу точными бросками его бить сейчас, потому что эти скелеты воскрешаются, они меня будут бесить. У него осталось немного хп. Буду я, наверное, кидать броски и разные дальнобойные атаки в него. Поэтому сбить с толку. А, блин, не пробить. Теперь сбить с толку его. Бешенство не работает. Но, ё-моё. Бесячий дед. Когда у тебя рыбья кость, ты хилиться не можешь. Да. Да. Все верно. Надо снять с него баф. Себя дебаф надо было сначала. Потом с него баф. Сейчас мы его запинаем, все будет нормально. И у нас есть... Бить с толку. Плюс пинок. Бешенство для следующего хода. Еще одно бешенство. Для еще одного следующего хода. Пинок, сбить с толку его добивает. Отлично. Ноль проблем. Вдохновение. Следующая карта атаки даст 100% вампиризма. Удаляется. Одноразовый хил. Роза. Останавливает 3 единицы здоровья, когда вы вызываете критическое попадание. Нет смысла ее не брать вместо молота, да? А, сбор оружия. Но он тратит боеприпасы. Хотя... X плюс 1 дает. Так-то прикольно, на самом деле.
Роза 80 денег, бери розу. Чат, не все в этой жизни о деньгах. Некоторые вещи за деньги не купишь. Чего вы такие меркантильные? Возьму сбор оружия. О, сундук. Вот, сюда, вот там сундук. И вот ключ для этого сундука, 100%. Окей, нам туда. Сюда, сюда, сюда. Сюда, ага, тогда не доплывем до сундука. Тогда нужно сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Там сундук. Вот он. Путь принят. Поплыли. Сбор может замешать бесполезное. Может хорошее. Правильно? Смотрите, сейчас, вот сейчас сбор сыграем и проверим, что он замешает. Вот, удар в спину. Одна из лучших карт в игре. Цепной удар. Самая лучшая карта в игре. Кристалл. Ты же был против рандома. Я перешел на темную сторону. Ты не можешь победить их, присоединяйся к ним. А кого я тут буду первым бить? Вот этого чувака, да? Ему серебряный кинжал. Теперь ты ног. Сбить с толку. Дальше мы играем жадность. А, сбор пришел. Так, подождите. Так, так. А, блин, теперь не сыграть. Мисплей. В общем, план такой, надо сначала играть сбор, потом все остальное. О, весомый удар. 16 урона. Штыковой удар. 6 урона плюс 3 урона в этом бою. Удар эфесом. 7 урона и дает эффект уклонения, если нет брони. Что насчет такой вечеринки? А? Как вам такие штыки? Отличная работа. Сбор лучшая девочка. Только что случилось. Ближний бой 10 урона, вы теряете 2 здоровья. Что такая фигня? Расплавить щит, то есть снимает всю броню. Метнуть нож. О! Нож 14 урона до любого врага удаляется. Берем. Улучшенный метнуть нож. Я не могу здесь в магазин ехать. Мне нужно, к сожалению, вот сюда плыть. Нет, ни в коем случае проклятые сундуки мы не открываем. Ни при каких обстоятельствах. Изящный сосуд. В начале боя вы получаете 10 брони, если ваше здоровье ниже 50%. Фигня. Перчатка. Иммунитет к слабости. Фигня. Смерч. Очень хорошо. 4 раза бьет. Берем. Пронзить. Ближний бой. Проникновение. Не-не. Мы берем смерч. И мы улучшаем смерч. 4 раза наносит 3 единицы урона. Отлично. Бум. Теперь сюда. Потом здесь починим корабль. Все нормально, корабль будет в порядке. Таверна близко. Отбросьте страх. Смиритесь с судьбой. Познайте, да, примите неизбежное.
метнуть нож можно в этого чувака. Блин, мне нет смысла сейчас в ближней атаке много играть. Ну вот это надо сыграть. Ну вот это, чтобы пнуть его назад. С другой стороны, нет смысла сборнее играть, да? Атаки как бы бесплатные. Следующий ход будет рыбья кость. Что не очень круто. С другой стороны. Хоп! Весь отхил. А рыбья кость весь отхил. Какой отхил, когда у тебя рыбья кость? Опять. Опять абсолютно то же самое, что уже было. Знаешь что? Весь отхил. Новая стрела в колено. Приходит и приходит стрела в колено. О, тесак. Тесак фигня будет заменять. Будет заменять слепоту, но кому сейчас легко. Вы поймали солдата-скелета. Ууу, вымогать? Будем вымогать солдата-скелета. Отдай кости. Значит, собакам скормлю. Пустить, да? Пускай идет, гуляет. Пустили скелетик погулять. Нельзя вымогать у скелетов. Некрасиво. Согласен. Мы чиним корабль. Продаем кристалл. Мы удаляем. Мы удаляем сбор оружия. Довольны? Не говорите, что я вам ничего не давал. Нет уж, все, удалили сбор оружия. Поздно. Был сбор и нету сбора. Он действительно не очень нужен. Потому что его неудобно играть. О, шквал еще один. Класс. Хотя фабанк тоже. Ближний бой наносит 12 урона. Теряете всю броню, не можете получать броню на этот ход. Но шквал больше урона с перчаткой будет наносить. С перчаткой шквал будет лучше. Денег нету, мы идем через вопросики. Уже апгрейд на шквал не увеличивает количество ударов. Вас заинтересовал сундук на столе. Это будет пиранья, да? Пиранья не нужна. Это всегда пиранья? Блин. Чат, как пропустить пиранью? Пиранья. Вас подставили. Мы нашли запертый сундук. Использовать ключ. Корона. Плюс один к размеру руки. Добор. Я вообще не знал, что в этой игре есть добор. Это же имбища. 6 карт. Фу. Автопобеда. Вообще нереальная автопобеда. Просто здесь вот на месте. Здесь и сейчас. Мы только что выиграли. Плюс одна карта.
Я не шучу, для этой игры это просто божественно. Я даже не преувеличиваю. Это супер круто. Это лучше, чем плюс одна энергия, ну или боеприпасы. Что-то такое. Намного лучше. Поэтому, да. Бища. Пиранью, блин. Пиранья мешает. Жесть как. Мешает жить. Мы хотим шквал и смерч играть в конце. Сначала шквал, потом смерч. Если противники выживают. Острый перец. Вы берете карту каждый раз, когда теряете здоровье на вашем ходе. Мы теряем. Ножницы. Ближний бой. Наносит 5-10 урона. Дайте мне перчик. Мы отправляемся сюда. Это финальный бой. О, вот он, капитан Барбосса. Так, таверна. А, теряем. Мы теряем здоровье от этого. Он называется. Так, минус пиранья. Это понятно. Традиция. Мы теряем здоровье от жадности. Она мне доберет один раз. А, морские ежи будут карты добирать. Да, но как ты... Морской еж сам место занимает. Как ты возьмешь карту? Ты же не можешь брать, взять больше карт, чем у тебя в руке. То есть 5, ну или сейчас 6 с короной. Значит, не работает. Значит, надо продавать. Так. У меня есть 129. Могу либо хильнуться, либо удалить еще одну карту. А бы тесак удалил. Мне нужен. Да, тесак не нужен. Лишний. Окей, мы готовы. Хилка не актуальна, потому что у нас куча отхила. Поехали. Точно Барбосса. Да он, я его узнаю. 300 хп. Но он нежить. Тряпка. Бешенство, боеприпасы. Сил ножом на фул. Нуть. Ловкость, поехали. Что он делает? Влажность. Он делает влажный, очень влажный босс. Кто, ну, кто бы мог предположить? Влажные боссы нынче пошли какие-то. Ну, а что сделаешь? Молодежь, молодежь. Что насчет смерча на 40 урона? Ты. Влажная собака. Не понравилось ему. Ему не нравится. Мне тоже может не нравиться. Опять влажность. Да что за погода-то? Ой. 25 хп. Так, у меня есть серебряный кинжал. Сначала его для добора. Дальше мы хотим сыграть ловкость, боеприпасы, боеприпасы. А теперь весь урон. Так, так. 30 бьет. 15 на 2, простите. И опять у меня весь... Вся рука влажная. В смысле... Рука карт. Мы победили. Победа! Ей! Так вот.
Были те, кто сомневался, были те, кто не верили. Йоу, хорошая, качественная победа. Мы прошли сегодня этот квест. Где? Изи. Изи, победа. Внешность для мечника открылась. Аптечка. Фуражка капитана. Прикольно. Квест. Расщелина душ выполнен. А какие тут еще есть квесты? А, вот квест. Они пройдены или нет? Как понять, какие квесты пройдены, а какие нет? Отправляйтесь к водовороту в пиратской бухте. А вот это у меня что ли не пройденный квест? А как так? Да я же 100 000 раз этот... Награду возьми. Проклятая книга, о господи. А так, стоп, они взяты эти квесты? Или его один за раз проходить? Я не брал задание? О, мой бог. Какие фейлы. Что, у меня и исследуйте пиратскую бухту не пройдено? А тут еще какие-то квесты. Ну, ёпересете. Ладно. Йоу, новый герой открыт. В следующий раз надо будет... В следующий раз надо будет за квестами следить. И не этот, не тупить. Какой-то чувак с удачей. При атаке с вероятностью 50% вы нанесете критический удар и получите одну удачу. С вероятностью 50% получите половинный урон от нанесенного вами и одно невезение. Вот оно! Апофеоз всего рандома мира. Больше рандома в мой карточный рогалик. Еще больше рандома в мой карточный рогалик. Давайте. Насыпайте. Казино. Класс. Я прямо жажду, когда мы до него доберемся и поиграем им.